Сегодня я тоже буду немножечко болтать, но сначала спою. Не спугни тишину тугую, пусть легонько ресниц коснется, слышишь, песню поет, какую уходящее с неба солнце, видишь, нам на излете танца улыбаются с неба звезды, и пора бы уже расстаться и остаться, еще не поздно. Пусть останется без ответа беспокойство июльской ночи и бессонница до рассвета и зари нерожденной прочее. Осторожно, трава примята, след недолгий сойдет до зорьки, отчего пахнут встречи мятой, а разлуки полынью горькой, отчего задрожали губы, на ресницах роса, откуда, что же делать с сердечком глупым, замерев в ожидании чуда. Пусть останется без ответа беспокойство июльской ночи и бессонница до рассвета и зари нерожденной прочек. Пусть останется без ответа беспокойство июльской Спасибо вам большое. Сегодня я действительно представляю свой новый альбом и некоторые песни. Я, конечно же, все песни спою, которые в этом альбоме есть, но некоторых песен там нет. И хочу рассказать историю про создание этого альбома. Все было спонтанно, все благодаря моим, нашим старшим детям. В общем-то, это была их идея. Если вы, может быть, слышали, Саша Лазарев и Александр, и Саша Лазарева, и музыкальная атмосфера где-то там. Они живут и работают в Москве, у них своя собственная группа. Вот, и они приехали к нам в гости и сказали: так, надо записывать альбом. И в какой-то момент Саша приехал со всей аппаратурой, и мы это записали, он долго-долго обрабатывал. И это получился акустический альбом. Там немножечко есть электрогитара, бас-гитара Саша сделал, а все остальное как бы исполняю я, и гитара, и голос, это все, в общем-то, и песни мои, соответственно. Вот, я очень благодарна ребятам за то, что они сподвигли, а дизайн делала Саша Левашова, теперь она уже Лазарева, вот, и как бы, в общем, такой семейный получился альбомчик. Вторая песня. Ой, дай не мне судьбу прогадывать, любит, не любит. Лепестки не мне разбрасывать, ветер раздует, ветер раздует. Солнце окую, да приложу поближе к локону, посеком по полю полкому. Ноженьки ладны, и пускай трава щекочется за ромашковым пророчеством, догоняй меня, коли хочется, мой ненаглядный. Не бойся.
Первую песню из альбома, и я ее буду играть не одна, а с профессиональным музыкантом, с Арсеном Багдасаровым. Конечно, ну, на диске она в акустическом варианте, но вот концерты мы подготовили с моими друзьями, очень много сюрпризов. Арсен Багдасаров.